Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня я объявляю конкурс, наконец-таки. Долгожданный конкурс, о котором я говорила, на 1000 подписчиков. Сейчас, конечно, подписчиков уже больше на сегодняшний день. Вот я утром смотрела, 1163. Дело в том, что я уезжала. У меня не было, не знаю, мне кажется, 10 дней или где-то 2 недели. И я все переживала за то, что за это время, пока меня не было, уже накопилось много новых подписчиков. И я говорила о конкурсе и думаю, скорее бы его провести. И первое, как я приехала, я буду проводить конкурс. Я немного простыла, извиняюсь за свой голос. Кашель постараюсь весь вырезать, который будет. Итак, подарки я до конца еще не подготовила, но примерно я расскажу вам, что будет. Самый главный подарок, это который займет вот первое место, да, это будет у нас вот такая вот расчесочка, о которой я говорила. У меня их две штучки. Одна розового цвета, которую я приобретала себе. Другая белого цвета, которая у меня как раз-таки осталась. Вот она упакованная вся. В рабочем состоянии, я проверила, все работает. Я ей еще ни разу не пользовалась. Своей розовой я пользовалась пару раз. Ну, если кто-то захочет прям розовый цвет, я могу отдать свою. Я ей 2 раза пользовалась, белая новая. Это будет первое место. Конкурс будет проходить у нас так. Значит, вы под видео делаете определенные условия, которые я скажу. И потом, просто случайным образом, первое, второе, третье место я определю просто случайным образом, с помощью специальной программки. Все это сниму на видео, естественно. Без всякого обмана, все четко, четко сработаем. Это мой первый конкурс, поэтому я не знаю, как что получится. И я очень хочу кого-то обрадовать. И посмотрим, кто из вас везунчики, потому что место одно, расческа одна, которую я могу подарить. Что будет двум другим? Естественно, всем будут подарочки. Это помимо того, что первое место это расчесочка, я под видео напишу ссылку, где я ее тестировала и показывала вам. Но в принципе вы можете также найти другие видео в интернете, где более кудрявые волосы выравниваются, потому что она действительно хорошая. У меня достаточно прямые волосы. Все равно есть результат, да? Но у кого более закрученные волосы, тем будет еще лучше. Итак, всем победителям будет обязательно футболочка с моим логотипом. Я такую себе уже приобрела, подарила своей лучшей подруге такую. Размеры, они у меня М-ка и Л-ки я сделала, то есть их буквально, да, 3 штуки осталось специально для конкурса. Они такие вот простые, тянутся. Немножечко, может быть, в инстаграме на видео вы видели у меня. М-ка, она идет и на S-ку. Я думаю, на М-ку и на S-ку. Потому что у меня М-ки, я S-ки даже не делала, потому что они очень маленькие были на меня. Ну и кто будет побольше, L-ка. Потом мы с вами свяжемся, и вы мне напишите ваши размеры. Она тянется, ну как бы стретчевая, хлопковая, очень хорошее качество, я делала как для себя. Значит, всем трем победителям будут такие футболочки. Дальше, я еще не до конца, и думаю, что я еще положу вам что-нибудь в бьюти-боксики. Такие решила сделать для себя. Я купила себе, ну покупала некоторые такие мелочи, которые, думаю, вот было бы интересно тоже поделиться. И думаю, соберу тогда такие бьюти-боксики. Значит, первое, что это вот такой блеск, я себе приобрела. Такой вот он кругленький, у него очень классный запах. Это просто блеск для губ. Он пахнет конфеткой, прям жевательной, знаете, как вот, я не знаю, ну, жвачка. Прям классная-классная. У меня, кстати, сейчас им накрашены губы. Он бесцветный, но очень приятный и прикольный дизайн. У меня в таком цвете будет подарок и в розовом. Вот. Это отправится победителям. Дальше я приобрела себе вот такую интересную резиночку, которую часто много где видела. И знаете, мне понравилось действительно, когда собираешь волосы, да, они, ну, не путаются и легко как бы снимаешь, потому что все время проблемы с резинками, что они... Ну, в общем, я решила, думаю, поделюсь с вами тоже вам вот такие вот резиночки победителям, двум остальным. Тот, кто получит расческу, он получит только расческу и футболку, чтобы сами знать. Дальше я вам говорила, что у меня очень много тенюшек вот таких вот, новых, и еще я показывала вам свою коллекцию теней, я, наверное, показывала, у меня очень-очень много теней, поэтому я решила подарить тени, которыми я еще ни разу не пользовалась, вот эти пользованные тени, но такие же Эви,
Ева, Ева, у меня есть абсолютно новые. И они запеченные, то есть более такие насыщенные, как говорят, запеченные, чем отличаются, да. И такие цвета, как бы, ну, тоже интересные. В общем, такие синенькие на лето. В общем, на лето, весну очень отлично будет. И я вам их туда тоже положу. Дальше. В Тианде мне дарили маски. Я, по-моему, пользовалась одной или не помню вам. У меня очень много масок, так как косметику мне еще дарят и дают на обзор некоторую косметику. Вот, Тианде уже проверена мною много-много раз. Отличная косметика. Просто мне хочется вам как можно больше подарочков дать, поэтому я решила вот эти масочки такие вот одноразовые тоже вам положить туда. Одна масочка у нас будет питательная маска для лица и шеи, маточная, молочко и прополис. А вторая омолаживающая маска для лица и шеи, коэнзим Q10. Но я думаю, что в любом возрасте просто это, ну, как бы вот омолаживающая, она более увлажняющая, да, маска. Но если получится так, что кто-то выиграет, кому омолаживающая не нужна, а нужна обычная, то можно поменяться. Посмотрим. Но в любом случае вы можете кому-то ее отдать, маме там или что. Ну, я бы с 20 лет уже, наверное, даже с 18 пользовалась омолаживающей маской. Ничего там такого нету. Там очень много питательных веществ. Маски хорошие. Также на лето я дарю вот такие вот штучки. Кто еще не пользовался, попользуйтесь. Это флеш-татушки. Они очень прикольные, в прошлом году я их делала, и в этом году тоже собираюсь делать. У меня вот есть вот такая, а вторую такую я подарю, и вот такую я еще не пробовала, но вот кто-то попробует. Тоже это разделю вам туда на подарочки. И еще что. Ага, я зашла в магазинчик и покупала себе специально под глазки. Знаете, я сейчас слежу за тем, что, ну, глазки тоже под глазами нужно увлажнять, чтобы морщинки не появлялись, чтобы косметика более хорошо ложилась. И я себе брала, конечно, омолаживающие. И вот такие вот черные штучки, такие дольки. Их хватает на два разика. Вот. Их под глазки кладешь, и то, что они цветные, это так прикольно на самом деле. Вот, они увлажняют тоже, 15-20 минут держать. Вам я взяла другие, это косметика My Thai, просто увлажняющие, с золотой фольгой. Вот такие они будут. Они прозрачные, с золотыми крапинками. Вы попробуйте. Итак, вот это пока что то, что я собрала, но я еще хочу положить туда, то есть от себя уже еще положу что-нибудь, что приобрету, что найду интересненького для вас, потому что пока будет проходить конкурс, я буду еще искать что-то интересное. Итак, если кто-то хочет получить такие подарочки от меня и поучаствовать в конкурсе, что вам нужно сделать? Первое, вам нужно обязательно быть моим подписчиком на YouTube, так как этот конкурс для моих подписчиков специально. Второе, вам нужно поставить лайк этому видео. И третье, вам нужно сделать репост этого видео в любой из социальных сетей. Одноклассники, Facebook, ВКонтакте. И после этого вы пишете комментарий, что вы участвуете. Можете написать и любой другой комментарий, да, что вы участвуете. И ссылочку, где вы сделали репост, чтобы я могла проверить. Когда программка выберет какого-то победителя, то есть он выберет ваш комментарий, да, чтобы я могла сразу пройти по ссылке и посмотреть, что вы сделали репост. Вот если все эти будут условия соблюдены, то дальше я с вами свяжусь в этой же соцсети, и мы решим, как, куда я вам отправлю этот ваш подарок, и посмотрим, что вы выиграли. Итак, мне очень интересно, как пройдет этот конкурс. Конкурс будет длиться ровно 10 дней, я как раз за это время выздоровлю, для того, чтобы я все это посчитала, потом и сняла быстренько и выложила, буквально в этот день или на следующий. Значит, сегодня у нас 26 мая, конкурс продлится до 6 июня. 6 июня, давайте возьмем часа в 3, наверное, дня, я уже закончу, и в 3 дня я начну снимать видео с победителем. Вот, поэтому до 3 дня, 6 июня, вы можете комментировать, репостить и ставить лайки. Я желаю вам всем удачи. Я очень хочу поделиться с вами частичкой себя. За это время пока еще найду что-нибудь интересненькое вам положу. И я желаю всем удачи. Желаю вам выиграть то, что вы хотите. Буду пока готовить для вас еще другие видео, потому что я приехала, мне есть чем поделиться, что мне подарили, что я приобрела себе, что купила за последнее время. И еще должна мне посылочка прийти с косметикой, которую должна протестировать. В общем, очень много
много интересного. Я хочу со всем этим с вами поделиться. А пока я желаю вам успехов в конкурсе и увидимся с вами в следующем видео. С вами была Селена Свей. Подписывайся на канал, ставь лайк, участвуй в конкурсе. Пока-пока!